Фанфары, красная лента и громкие аплодисменты. Событие, которого ждали жители поселка Ангарский, случилось. Новый детский сад открыт. Огромное спасибо в первую очередь вам всем, потому что без вашей поддержки, без того, что вот мы неоднократно обсуждали и принимали решения на сходах, которые некоторые думают, что это так вот, просто поговорили, разошлись. Нет, это действительно имеет очень большое значение. И ваша поддержка стала началом вот всей нашей работы в администрации района, в совете депутатов. Там все эти решения выносились, я неоднократно доказывал, рассказывал в администрации края. И в конце концов, в самое короткое время мы построили. Это событие касается практически каждой семьи в Ангарском, ведь рождаемость в поселке становится все выше. Прогрессирует наш поселок. Появляются все новые люди, новые, допустим, семьи, которые работают в «Транснефть». Поэтому это заполнение будет 100%. Я думаю, что, конечно, комфорт будет лучше, чем в предыдущем детском саду. Все-таки старые постройки были. А здесь будет новое, все для детей. И с ними делимся, ребят, собрались как на парад. Открывается сегодня наш любимый детский сад. Детский сад встречает гостей хлебом с солью. И это говорит о том, что здесь будут работать гостеприимные люди. Вы посмотрите на наших воспитателей. У них горят глазки. Они прямо такие счастливые. И это три. Но на них лежит большая ответственность. Почему? Потому что мы вверяем в их руки самое дорогое в жизни. Это наших детей. Несмотря на то, что по сравнению со старым, новый детский сад стал намного больше, штат смогли укомплектовать полностью. Мы готовы к тому. У нас есть резервные группы. Мы подготовили уже специалистов. И мы планируем, что да, мы займем все группы детского сада. В ходе небольшого представления заведующей Елене Клочихиной вручили символический ключ от детского сада. И теперь можно сказать, что хозяева заведения могут приступить к своим обязанностям. А для всех желающих ознакомиться с новым домом для детей была открыта свободная экскурсия. И здесь есть на что посмотреть. Просторные светлые группы, огромный спортзал, уютные кабинеты для работников и, конечно, самое современное оборудование. Этот детский сад по праву будет считаться лучшим в Богучанском районе и станет примером того, чего можно добиться, если население и власть будет работать сообща. Александр Мажеванов, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр», Богучаны.